Московской школе управления Сколково уже 11 лет. И за это время мы работали более чем со 100 корпоративными клиентами. Они все разные, все интересные, но только несколько из них являются для нас особыми клиентами, и я могу с удовольствием отнести к ним и компанию ФМХ. Мы не просто оказываем им образовательные услуги, мы смотрим на их культуру, на их планы, на их людей, и это обогащает нас как школу, это обогащает нас как коллектив. Я очень рад, что наше сотрудничество продолжается. Я в Сколково третий раз, и если будет Сколково четвертый и пятый раз, я обязательно буду здесь снова. Ну, потому что, на мой взгляд, Сколково – это уникальная возможность переосмысления всей своей деятельности, которой ты занимаешься в компании на протяжении какого-то времени. И каждый раз, когда я приезжаю в Сколково, я точно знаю, что я делала не так до этого, и я точно знаю, как я буду делать это снова. Все было чрезвычайно интересно, полезно. Лекторы, как мне показалось, вот посредством каких-то именно житейских вещей, лайфхаков, так называемых, да, смогли донести те вещи, которые, может быть, где-то в подсознании уже были, но в некотором таком бессистемном, разрозненном виде, а здесь нам смогли дать именно системный формат. Я могу сказать, что для меня эта программа стала полигоном таких вот самых новых разработок. То есть я могу то, что я даю ПМХ в октябре каждого года, я потом в большой части преподаю весь остальной год. Потому что наши клиенты прекрасны, наши клиенты хорошие, но они очень консервативные. ПМХ в этом смысле продвинутые ребята, они не боятся рисковать, и они дают достаточно большой простор для маневра. Поэтому для меня это каждый год какая-то такая абсолютно новая, очень интересная, фантастическая история. Дало Сколково, вот мне, вот два раза побывав здесь, оно дало понять то, что везде есть технология, и все состоит из проектов в любой сфере нашей жизни, как в личной, так и в профессиональной. Царит потрясающая атмосфера. Отсюда невозможно уйти незаряженным, потому что все спикеры и вся общая обстановка, она просто направлена на то, чтобы зарядить тебя на дальнейшее самосовершенствование, на твое развитие, как личностное, так и деловое. Расти в профессиональной сфере, развиваться. И это потрясающий проект, и я считаю, что необходимо посещать подобного рода мероприятия. Это замечательно, что наша компания способствует этому, и что сотрудники постоянно находятся в развитии. Они, в
первую очередь начинаются с себя. Рассказывали, как стать истинным лидером, как сформировать свою повестку и свою систему личного развития. И в этом смысле ПМХ – это компания для развития каждого сотрудника. И мы понимаем, что каждый человек, развиваясь, он и развивает компанию. И каждый человек, развиваясь, находит свое новое место в компании. Поэтому мы видим в Сколково своего надежного партнера для развития как компании, так и каждого сотрудника. И самое главное, помните, что ПМХ – это компания для твоего развития.